Ухарцыск коммунхоза новый руководитель. С сегодняшнего дня коммунальное предприятие, специализирующееся на вывозе ТБО, возглавляет Михаил Маковский, занимавший в последнее время должность главного инженера коммунхоза. Михаил Маковский пришел в сферу ЖКХ без малого 30 лет назад. После окончания Воронежского сельскохозяйственного института по специальности механизация сельского хозяйства, дипломированный механик в 1988 году устроился на работу в одно из коммунальных предприятий Харциска. В этой сфере работаю с 1988 года. То есть было предприятие, коммунальное автотранспортное предприятие, которая занималась вывозом бытовых отходов. Вот с 88-го, там, может быть, с небольшими перерывами. Ну, начинал с механиков, занимал вот, механик, инженер по безопасности движения, директор. Вот. Ну, и в последнее время главный инженер. Приказ о назначении Михаила Маковского директором Харциска коммунхоза был подписан главой горадминистрации Александром Левченко в понедельник, 12 марта. Должность подразумевает личную ответственность руководителя за судьбу молодого предприятия и его коллектива. Михаил Маковский к этому грузу ответственности готов. Ну, на прошлой неделе, когда наш предыдущий руководитель Трубара Николай Данилович сказал о том, что он будет рассчитываться с этой работы, меня вызвал харцистский глава, ну и предложил на эту должность. Ну, так немного подумал, я согласился, потому что давно работаю. Самые главные идеи, планы, они на виду. Дело в том, что проблем на предприятии очень много, наследство осталось тяжелое, у нас большие долги, долги по электроэнергии, долги по горюче-смазочным материалам, задолженность по заработной плате. То есть вот это все самое основное нужно, как говорится, погашать и делать так, чтобы предприятие работало хотя бы не в прибыль, хотя бы по нолям. Почти 3 миллиона рублей. Таков на сегодняшний день долг Харциска коммунхоза, включающий в себя невыплаченную вовремя зарплату сотрудникам, накопившуюся задолженность за потребленные электроэнергию и топливо. Новый директор надеется со временем решить все проблемы. При этом, будучи реалистом, пока не берется твердо гарантировать стабильную работу предприятия по регулярной очистке Харциска от мусора.